Привет! На канале Сразу АДВ. Сегодня готовим кабачку. Сегодня наша фея, вот такая вот волшебница, решила приготовить сладкий торт из печенья. Да, который не нужно будет выпекать, и готовится он очень быстро, но он очень-очень вкусный. Ну, давай, феечка, с чего мы начнем? Да, вот наши ингредиенты. Нам вот понадобится это. Сгущенка, творог, шоколадка, печенье. Шикарные горошки, феечка. И добавим наш крем творожный. Пару ложечек. Ну что, приступим? Да! Ну-ка, взмахни своей волшебной палочкой, все сейчас приготовим. Это! Берем. Сначала приготовим крем творожный. Фея наша любит сладости. Можно понять крем. Да, мы приготовим сейчас такой вот десертик. Десертик тост. Если много скушаешь, и можно будет переесть, и тогда будет болеть живот. Но мы не будем переедать, мы тебе по кусочку угостим всех. Папу, маму, и Настю. Да. И Феечку. И Феечку угостим. Это сада, она принесла подарки. Да, вот такая вот у нас волшебная праздничная феечка накануне Нового года. Решила сделать волшебный торт своей волшебной палочкой. Феечка устает, ноги стоят. Устала феечка, устала. Сегодня целый день хлопочет по хозяйству. Посмотри, пусть она окаянно сидит. И добавим немножко буквально пару ложечек. Никто не будет переедать. Да, все съедим по кусочку этого чудесного. О, смотри, как у Димы камушу вытирается. Да? А ты попробуй. Хорошо. Ну-ка попробуй. Вкусно? Помешаешь? Да. Ну-ка. Так, мы сейчас приступаем к печенью. Сначала мы печенье обмакиваем в теплую воду несколько секундочек. Да, чтобы оно размягчилось и лучше впитывало. Да, вот так вот мы выложили первый слой печенья и смазываем его творожным кремом. Ну, вкусный. Ты получила вот такой вкусный. Феечка, крем. Мы выкладываем банан. Поможешь? Мама, иди суп, дай помыть. Вкусно? Конечно. Ножка тут от мамы. Так будем продолжать, пока у нас не закончатся все ингредиенты. Сверх бананов мы снова положим печенье. Наш второй слой. Давай, поработай своей волшебной палочкой. Хорошо. Кадуй, кадуй, кадуй. Получись. Ой, что произошло?
произошло? У нас Саша превратилась в маленькую Лялю. Маленькая Ляля? Ты откуда взялась? Саша, что с тобой? Вот такие чудеса. Саша наколдовала и превратилась в маленькую. А что же мы будем делать? Как же мы будем дальше тортик готовить? Наколдовала, Саша превратилась опять в большую. Мы продолжим наготовить наш торт. Ты больше не шути с чудесами. Теперь мы посыпаем наш тортик печеньем, которое у нас осталось раскрошенным. Посыпаем. Потом это все мы поправим. Что? Палочкой смотри, не балуйся, а тут раз и опять превратишься в маленькую. Что мы будем делать, как мы закончим готовить наш тортик? Так, теперь... Колдуй, вот у нас... Колдуй, стой маленькой, Настюша. Фык, маленькая стала. Продолжаем готовить наш тортик. Мы потерли шоколадку. Посыпаем сверху печенье. Пока хорошо. Распределять. Все? Подожди, у нас грязные руки. Помой мне ручки. Палочка, чтобы все у нас было готово. Ну-ка. Колдуй, пучись. Ой. Опять маленькая. Да что ж такое? Опять балуется с палочкой волшебной. Ну что ж теперь, Саша, давай убирать наш тортик на часе в холодильник. Пусть он пропитывается, а потом будем пробовать. Колдуй. 1, 2, 3. И что получилось? Торт приготовился. И надо его что? Пробовать. Пробуем. Ну что, феечка наша? Вкусная. А ну-ка. Что это ты показываешь? Вот, класс, ты хочешь продать? Класс, вкуснятина? Пока.